Мешает реклама, нажмите крестик. Всем привет! С вами Фанни Фанни, Тони Кони. Короче, я в Бангкоке. Уже вторую неделю работаю на всяких съемках, всяких фильмах снимаюсь, в рекламах снимаюсь. Ну, что заебись. Платят, конечно, не супер много, но так, примерно по 2-3 тысячи бат. Ну, это нормальные деньги. Это, короче, ну, на 2 умножьте, короче, 4-6 тысяч бат в день. Нормально? Вот, и, короче, сегодня съемки закончились, уже ночь. Вот, сейчас, короче, поеду. Вот, ну, короче, даже полицейский подсказал. Болтаются наушники. Вот. Да. Ну, в общем, вот, Бангкок. Короче, Бангкок заебись. Можете работать, зарабатывать примерно 40-50 тысяч бат в месяц. Ну, это 80-100 тысяч в день, в месяц, рублей. Вот. Короче, можете жить в Бангкоке. Тут очень многие русские приезжают, живут. Можете тоже приехать. Вот, кстати, чел, видите? Вот, короче, это микс. Они вообще постоянно снимаются. Но это, короче, у него мама тайка, папа фаранг, иностранец. И вот, короче, такие красивые получаются тайцы. Они высокие, красивые, и их постоянно поэтому приглашают всякие съемки. Они звезды, короче. Бля, они пиздец, им повезло. Вот смотрите, везде. Вот там. Микс. Я вообще даже не знаю. Ну, короче, много где. Вот. Ну и вот поэтому они постоянно работают, зарабатывают хорошие деньги. Вот. Они вообще миллионеры. Вот. Ну и в общем, короче, ну, вы можете, в принципе, тоже зарабатывать не так супер, как они, но все равно фаранги, то есть иностранцы здесь вообще пользуются спросом. Съемки бывают не только по 4-6 тысяч рублей, вот, но бывает и на 80, на 100 тысяч в день. Вот. Ну, это если вы кастинг прошли, вам понравились, все такое. Ну, вот. Жить можно, короче. Ну, многие так и живут. Снимают хату с бассейном, с тренажеркой. Вот жара, там купаются, лафа. Короче, и вибрации повышенные, можно принимать все, что хотите. Вот. Осознанно жить, просветляться. Вот, не то, что в России. Но в России тоже возможно. Не знаю. Я там уже 4 года не был. Ну вот. Но я все равно хочу поехать в Корею, чисто попутешествовать, там по 100 долларов в день платят. Я думаю, в конце августа поеду, мне заканчивается, чисто так поприкалываться. Подзарабатывать можно по 2,5-3 тысячи долларов в месяц, чисто не напряжно, так чисто прикалываясь. Но я поеду подзаработать, хочу просто байк себе мощный купить или мотоцикл. Вот. Ну, тоже можете поехать в Корею, только там сейчас много правил. Сейчас там в некоторых городах проверки. Через аэропорт основной могут не пустить. Короче, нужно знать лазейки. Я знаю, если интересно, могу снять видео про то, как поехать в Корею. Вот. Ну, в общем, с вами был Антон на канале Антон Фуранс. Ставьте лайки.